Друзья, всем привет, с вами Страйкс, мы продолжаем играть в Империон Галактик Сурвайвал. В прошлой серии мы допилили вот этот замечательный, вкусный, офигенный корабль. Он попался прям нам, как, не знаю, манна небесная какая-то упала прям на наше лицо, прямо говорит, бери, тут есть все. И я взял. Вот, летим мы сейчас на вот этот соседний корабль. Я почему-то думаю, что он не менее вкусный. Поставим туда свое ядро, спиливаем вот эти все замечательные трастеры, шмастеры, ракетницы, киретницы. И напоминаю, что у нас осталось не так-то много времени, чтобы построить большой корабль. Он у нас практически на изготовке. Кстати, осталось всего 5 зарядов. Ну, 6, если я только зарядил практически свой корабль. Смотрите, там кругленькая штучка еще какая-то классная. Так, вот эту я фигню уничтожу, с вашего позволения. И погнали разбирать. Сейчас, естественно, мы проверяем сначала его, да? Да, он без всего. Мы юзаем в него ядро. Куда-нибудь, не знаю, куда-нибудь сюда. Куда-нибудь, чтобы нам его не сломать. Куда-нибудь, да, чтобы просто случайно не сломать. Знаю, давай куда-нибудь... Дверь боюсь. Вот сюда давай. Вот, смотрим, что на нем есть. Сливаем с него все топливо, все эти штучки. Готово. Все, слили все, что было. Смотрим сейчас, что у него, собственно, присутствует тут. Турели, варп есть. Да ты гонишь. Нету варпа. Хотя пишут, что есть. Якобы. Якобы есть. Так, я хотел... Я хотел скачать с него. Давайте я сразу... Могу я? Вот так вот. Минуя себя, называется. Эх. Сожру прям так. Все, мы все вроде взяли. Сразу можно это все разбирать. Так, варп, не варп. Где-то тут что-то было. Ну, в любом случае... Блин, я смотрю, ну вот это все, меня хочется... Во мне проснулся хомяк, ребята, я просто не могу. Во мне жирный такой, знаете, хомяк, который прям набрал уже... Набрал щеки, но у него настолько жирная морда, что он хочет еще и еще. И он видит все это. И хочет, и хочет, и хочет забрать. Так, вот эта вкусная штука. Хочет все забрать. Так, давайте посмотрим, сколько у нас там уже. Я просто хочу уже новый блюпринт открыть, чтобы в него все закидывать. 6 минут, ребята, у нас большой корабль. 6 минут нам осталось ждать, и у нас будет большой еще один, точнее, не еще один, а в принципе наш большой корабль. Вот. И RCS-ки все. Ой, какие вкусные штучки. Все. Ребят, спасибо большое, что... подсказали. Если бы вы не сказали, что здесь оно есть, я бы, скорее всего, процентов 99 не заметил бы этого, потому что я не думаю, что я бы так целенаправленно бы летел по орбите и пытался бы найти вот это кладбище кораблей. Я бы, скорее всего, просто варпнулся на какую-нибудь другую эту планету бы и просрал бы вот эту всю вкусность и возможность быстро построить корабль. Так что большое спасибо, ребят, за то, что советуете. Все очень круто, мы с вами молодцы.
Смотрите, сколько мы всего набрали. Прям вообще шикарненько. Не, ну этот даже еще вкуснее. Смотрите, по ценностям, по-моему, еще вкуснее оказался. Тут что только нет. Тихо, тихо. Я бы еще пару турелек, и я бы был прям вообще счастлив. Счастлив был бы. Не, они еще могут быть скрытые, поэтому это не факт, что мы их видим. Скрытый турель, ты где? Скрытый турель. А, ну вот он про вот такие турели говорил. Так, ну, трастеров, по крайней мере, дофига. И это вот не один, и мне это очень нравится. Потому что... Я знаю, что мы прилетим на другую планету, там будет этого не один, а хоть жопы жуй, нам эти трастеры как бы вообще не сдались. И мы будем, пройдет еще время, и мы такие, маленький трастер, почему не красный, не буду разбирать, нахер он мне нужен. Но сейчас на данном развитии, этапе развития игры, это нам очень нужно, прям очень нужно. Поэтому мы это все кушаем, поглощаем в себя, разбираем. Ну, этот корабль, кстати, меньше по объему, но не менее вкусный. Не менее вкусный, очень много всяких плюх. Очень круто, что мы его нашли. Так, сзади нас, кстати, вот этой бомбежки нету. А вот еще один, ёпарас, это сколько ж вас тут? Или этот я разобрал только что? Похож на тот, который я разобрал. Я, конечно, могу не знать, сейчас, может быть, сюда летит отряд пришельцев, который будет нас и уничтожать здесь. Скажешь, ты что тут вообще? Тут же это все наше, типа. А вот нихера. Пока не прилетят, я тут все сожру. Стеклышки заберу. А, вот еще турель. Ну, по крайней мере, вот такие комнатные турели. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Я буду очень рад, если мы найдем защитный модуль. Хотя он, в принципе, наверное, тут не может быть в теории. Потому что пока жив защитный модуль, по идее, жив корабль. Но опять же, может быть такая ситуация в теории. Если у вас просто кончилось топливо на этот модуль, то он может... Тихо-тихо. Ага, инвентарь. Сказал кирдык. Давай-ка скидывайся куда-нибудь. Куда-нибудь пихай. Быстрей, быстрей. Вот. Ой, что-то я не то открыл. Я должен себя открыть. Еще один большой конструктор. Ну, вы понимаете, да, прогресс? Прогресс найденного. Вот это вот все. Сколько же тут вкусноты? Сколько же тут вкусноты? Так, погоди, это не то. Это не тот контейнер. Вот он. Заодно топливо нашли. Всякого разного добра. Ну, круто. Мне нравится. Очень круто. Очень-очень круто. Так, практически все мы вкусное с вами выпилили. Я думаю, что тут уже даже и ловить-то нечего. Ну, кроме вот этих вот всяких декорных штук, но они нам не очень. Вот видите, Страйкс уже потихонечку зажирается, да? Говорит, что декор не очень, лампочки тоже не буду пилить. Вот. Не пропускай. 4 штуки ты нашел. Так, с другой стороны есть такая же пипка. Неужели нет никаких тут скрытых этих турелиных? Нету. 4 штуки осталось у нас заряда, и один только что мы зарядили.
Не так-то много, не хватит у нас. Но придется сделать. Если сможем сделать, то сделаем. Если нет, то придется лететь домой. Как мы иначе будем все распилить? Но я думаю, у нас столько сейчас ресурсов, что мы можем спокойно сделать. Это все. А вот еще штучка полезная. Так, хорошо. Будем считать, что мы этот тоже корабль распилякали. Все, не будем тратить ресурсы на обычные. Блюпринт готов. На обычные, скажем так, эти. Мы это сделали, ребята. Так, кислородик. Кислород мне в рот. Давай сожрем что-нибудь. Съели. Контейнер номер два. Шикарно. Очень крутой лут. Очень прям много всего. Смотрите, сколько лифтов, столько. Нам не надо ничего создавать. По защите даже, смотрите, сколько турелек мы нашли. Еще вот такая турель, 5 таких турелей. Две ракетницы. И гравитация. И все-все-все. Единственное, вот мы не нашли этот самый. Ну вот печку даже можем на базу себе впендюрить, как по прилету. В принципе, вот этого всего нам хватит спокойно на эту. На базу, на новую. Сможем смело себе сделать новую базу. И ни в чем себе не отказывать. Так, пойдемте мы, наверное, сделаем что? Правильно, большой корабль. Потому что нам надо, во-первых, все это куда-то складировать. Там будет у нас практически как база. Все инструменты, нужные нам, и конструкторы, и фигукторы, мы можем просто, подключив вот этот маленький, все. Да, вот это мы разбирали. Все туда перекачать, и у нас хватит прям вообще всего. Давайте ставить наш блюпринтик. Я думаю, что время пришло. Время пришло, заодно я вам его покажу. Да, кто не видел, вот он. Создаем. Общее время 1 час 16, но мы его сделали за 30 минут. То есть за две серии мы его сделали. Вот такой вот. Он небольшой на самом деле, ребят. Вы не думайте, что он прям огромный такой. Он не огромный. Так, никаких бомбочек тут нет. Чпоньк. Так, ты не упадешь никуда, я знаю. Ты моё. Так, где... Вот я, кстати, про это говорил, да? Могу ли я заправить, не выходя из дома, как говорится? Не выходя из дома. Так, тебя заправил, пойду я заправлю сразу вот этот корабль. И это наш корабль. Есть контакт. Так, и пойдемте, мы, наверное, сразу пристыкуемся. И все перекинем. А потом я вам экскурсию сделаю. Я надеюсь, наша эта штучка влезет сюда, вроде бы. А может быть и не влезет. По-моему, не влезет. Нифига, это вообще для... как его? Вот сюда паркует... Паркует этот... Нет, не влезаем. Здесь этот, парящее судно, а вот сюда мы влезем. Сюда. Но самое что интересно, мы криво вконнектились, потому что видите, у нас как это не достают, да, но мы все равно пришвартовались. Ух, прям вообще не верится, что я приконнектился к большому кораблю. Так, давай, выпусти меня, выпусти меня. Я пойду подписчикам покажу. Кораблик покажу. Я же могу его, по-моему, не включенный. Все равно... В смысле? Ч
Че тут ради... Какая нахер радиация? Алло. Это у нас там чё? Ремонтик. Ремонтик. У нас кто-то покоцал. Сейчас поставим ремонтный этот. В смысле радиация? Хорош. Текс. Чпоньк. Итак. Друзья мои, всех поздравляю. Мы наконец-то сделали себе маленький большой корабль, да? Такая интересная фраза. Смотрите, это у нас пилотный отсек. Причем вот сюда я планирую поставить... А, здесь у нас через решетку он работает, нет? Если я здесь блок поставлю, он, по-моему, не будет крутить, да, уже? Дело в том, что за ним у нас ядро. И это не очень-то прикольно. Вот у нас ядро прям совсем за ним. То есть, если у нас будут стрелять через вот сюда, они могут легко выбить нам ядро. В этом, конечно, минус конструкции данного корабля. Потому что могут прямой наводкой, как говорится, пробить вот этот вот блок, а его херли там пробивать. У него там, я не знаю, сколько у него там прочность. Двадцать всего, ух ты ж, блядь. Пробьют лицо нам. Может, есть смысл где-нибудь впендюрить по-другому вентилятор, а здесь сделать два блока с прочной стали вот так наискосочек и один вот здесь прям за место вот этого, чтобы у нас хоть какая-то защита ядра была, потому что если сюда вот это стекло пробивают, а хер ли его пробивать, да? Сколько? Хотя у него прочность 1000, то пробить 20 нефига делать одной пулькой. И получится, что у нас сразу же выбивается ядро. Это очень опасно. Ну так вот, смотрите. Здесь у нас кокпит. Здесь у нас... Это что у нас? По-моему, это станция кислорода, да? Вот станция кислорода. Здесь у нас личное пространство, коечка. Здесь у нас ящичек. Здесь у нас шкафчик. Кстати, можно там вот это вот все попихать на шкаф. Пока мы разбираем. Кстати, это нам не нужно, так что... А, отсюда не пихается, понятно. Ну, допустим, это можно в данном случае вот сюда запихнуть. Вот, нам пока вот это не нужно. А дальше что у нас? Идем по порядку. Здесь у нас медотсек. Ну, вот здесь какие-то декоры. Можно, кстати, вот эти все плюхи спилить. Они нам только чисто для декора. И сюда поставить что-нибудь более полезное. Здесь у нас туалет. И здесь у нас душ. Вот, окна. Окна бронированные, 1500. Очень даже круто, можно даже жалюзи какие-нибудь там, не знаю, бронь сделать тоже, закрыть. Есть вид на нашу планету. Красиво, круто. Вот, это выход у нас, соответственно, в космос. Можно выйти, здесь открывается трап. И, собственно, спускаешься на Землю. Здесь у нас плита. Это у нас медотсек. Можно починиться. Вот у нас 10 грядок, ой, точнее 8 грядок. Вот, кислородная фигня. Здесь у нас обычный холодильник, не кадвашный. Два обычных холодильника, поэтому можно, в принципе, поставить кадвашные, если они у нас есть. Вот, идем дальше. Здесь у нас лесенка, и здесь вот автор написал. Видите, малое судно, ховер, репейр, консоль. То есть сюда поставить именно консоль. Вот, если мы подходим, стоять, если мы подходим сюда, мы можем спокойно выйти и на наш кораблик как бы зайти, и, ну, как бы, то есть наверх. Очень удобно то, что у нас нет прямой лесенки. Вот, можно, конечно, вот эту штуку убрать отсюда и сделать лифт, вот, и спокойно отсюда лифтом пользоваться, то есть у нас не будет здесь лесенки, да, сделать раз, два, три лифт. И сделать наверху просто, скажем так, дверцу. Сэкономим по кубикам раз две клеточки. И две клеточки вот эти можно вот сюда поставить, какие-нибудь тоже ящики, там еще что-то. То есть если бы здесь было просто бы выход через лифт. Здесь у нас конструктор обычный. Здесь у нас большой конструктор, кстати, не расширенный.
А у нас максимально у нас именно расширенный, правильно, насколько я помню? Насколько я помню. Расширенный. Он у нас уже есть, поэтому, в принципе, можно этот спилить и поставить сюда расширенный. Дальше здесь у нас тоже выход, ну, такой же зеркальный, как и в этой, с той стороны. Здесь у нас гравитация, чтобы мы спокойно ходили. Здесь у нас наше топливо. Здесь у нас топливо стоит рядышком. Закидывать этот варп-движок. Вот, даже чувак написал, что это версия, 10-я версия, да? И здесь у нас двигатель стоит. Это у нас за ним получается отсек или как? Я могу прям сюда что-то закидывать. Вот, и пойдемте дальше, покажу кое-что. Кое-что так, с этой стороны показал. А, ну мы идем вниз, собственно. А вот сюда, здесь тоже, видите, консолька. Здесь ставим Armor Repair Station, то есть наша станция, которая чинит на нашу броню. Идем сюда, здесь опять контейнеры. Здесь контейнеры, расширение контейнеров. Здесь у нас идет контроллер контейнеров. Здесь у нас идет также, видите, OR контроллер контейнер, то есть сюда место вот этого блока нужно поставить OR контроль контейнер. Вот. Дальше. Вот в этой части это у нас автоматика. Кстати, можно автоматику выключать. Это у нас, если не ошибаюсь. Так, давайте мы зайдем, чтобы она выключилась. На датчик сработала, чтобы она постоянно нас не юзала. Авторамп просто выключаем. Сейчас эко-мод, то есть он более или экономный. Здесь у нас не все варп, не все, точнее, движки работают. Вот. И вот эти две, это турели и еще одни маленькие турели. То есть вот видите, у нас уже рампа не работает. И еще маленькие турели, которые охраняют нас на земле. Вот здесь есть потайная комната. И здесь, вот сюда, как вы могли уже догадаться, нужно ставить этот самый, вот эту штуку, shield-генератор. Плюс ко всему еще запас-блок, то есть сюда еще можно что-то поставить. Вот, на самом деле корабль мне чем понравился, то что он... Несмотря на то, что он такой не особо защищенный, маленький, вроде бы, казалось бы, да? Кстати, здесь еще, видите, стоит это, как его, поле силовое, да? Чтобы у нас никакой разгерметизации не было. Потому что вот эта штука, по-моему, разгерметизирует, надо поле ставить. Вот. Или, погоди, или она автоматически так ставится? А, нет, вру. Силовое поле, по-моему, просто защищает какую-то фигню от разгерметизации, если даже пробьют блоки, насколько я понял. То есть для этого силовое поле ставится. Ну да, в принципе, для этого оно и есть. Вот. И, короче, чем мне понравился этот кораблик, то что он, несмотря на то, что он маленький, он достаточно продуман с точки зрения вообще всей вот этой логики расположения блоков. Кстати, вот сюда можно еще три поставить каких-то блока. Да что же рампа-то задолбала? Вот, а сюда, вот на вот эту пипку, видите, тоже блок. Здесь нужно Repairer этот самый ставить, то есть ремонтный блок. Он будет ремонтировать верхний кораблик. К сожалению, нижний кораблик он не будет ремонтировать, потому что ремонтный блок, он не круглый, он ремонтирует только то, что впереди. Хотя, не знаю, могу ошибаться. Возможно, он будет добивать сюда, но ставится он только лицом вперед, то есть, ну, вот этим, вот этой пипкой, как бы, ремонтной. Поэтому не факт, что он будет вот эту штуку чинить, да. И, но, так как мы все равно будем демодернизировать наш корабль, да, поэтому ничего страшного. Главное, он у нас уже есть. Давайте перекинем. Могу я перекинуть
Прям сразу. Да, логика работает. Могу перекидывать. Давайте заберем отсюда вот эту штуку. Заберем бомбочки. Поставим их куда-нибудь, не знаю, сюда. Будем заниматься раскидкой. Вот так, заправим кислородик в нашу станцию. А, давай это тоже сюда скинем. Вот. Можно даже шлем снять, да? У нас кислород включен здесь. Если кислород включим, то можно даже шлем снять, спокойно дышать. Отлично, все хорошо. Мы тут прям живем. Вот, давайте что-нибудь еще перекинем. Что нам такое нужное, полезное из того, что мы нашли? Из того, что мы нашли. Так, что нам пригодится точно? Шкаф амуниции у нас есть, холодильники обычные. Это все не то. Малый боекомплект. Вот, большой конструктор мы нашли. А подожди, а расширенный? Где-то еще расширенный был. Или нельзя его найти? По-моему, нельзя найти. А почему-то я такое ощущение, что находил прям расширенный. А, вот он расширенный. Я же помню. Я же еще не совсем из ума-то выжил. Ну-ка. И большой мы спилим свой. Естественно, у нас будет два больших. Мы его потом деконструируем. И деконструктор, по-моему, можно поставить только на базу, да? А ну-ка, погоди. База. Деконструктор. Да, он только на базу, к сожалению, ставится. Поэтому мы по прилету делаем его и распиливаем все, что не нужно. И будет очень даже круто. Будет очень даже круто. Так, тогда вот эту штуку ломаем. Это же у нас обычный конструктор, как я понял. Это у нас большой конструктор, да. Он нам не нужен, потому что он большой. Нафиг он нам нужен. Чпоньк. Оставим мы сюда расширенный. А, вот почему он сделал два этих. Все понятно. Почему он здесь запас сделал. Потому что вот это вот расширенный. Вот, отлично. Отличненько. Слушайте, реально, я, наверное, вот эту штуку отсюда уберу. И поставлю, блин, сюда эту. Просто наверх эту. Или знаете, для чего он это сделал? Может быть, она по прочности круче? 430, а обычная дверь? Обычная дверь, там сколько она выдерживает? Потому что мне такое ощущение, что он именно поэтому поставил так. Так, оно не стакается. Ну, будет смысл разобрать, кстати. Давайте еще что-нибудь заберем. Заберем. Это лазерная турель. Большое судно, лазерная турель. А, погодите, я вам еще что вкусного-то не показал, да? Я вам не показал вкусности. Погнали наверх. Я вам вкусности не показал. Смотрите, видите вот эти штуки? Вот эти вот. Точнее. Да, вот эти вот штуки. Да? То есть, что-то намекает, да? Вот эти вот. Резьба вот это вот. А здесь просто блоки. Вот, вот эта штука на самом деле очень сильно палит, потому что никак иначе ты, даже если скроешь это все под какие-то блоки, под покраску, все равно вот эти вот петельки, они все равно видны. Это и есть скрытые турели. Если мы нажмем сейчас вот этот Century Guns, у нас выскакивает здесь турель. У нас выскакивают вот эти две турельки. Астероиды будут сбивать метеориты. С этой стороны турелька. И снизу одна вот такая вот.
турелина. То есть, в принципе, весь периметр сзади, я не помню, есть, нет? Нет, сзади, кстати, нету турелек. Вот. По всему периметру, кроме жопы, есть защита. Ну, хотя вот это тоже и сюда тоже может поворачиваться. Вот это только зона у нас получается без защиты. Вот. И у нас еще свободные вот эти два блока. Они пустые, то есть можно их под низ поставить еще турельки. Вот эта часть свободная тоже здесь можно поставить турельки. Я не знаю, правда, эффективность будет в этих штуках, либо есть смысл вообще трастер сюда впихнуть. Вот. И если мы это прячем и включаем обычную турель, у нас открывается вот такая вот фиготовина. Да? Неплохо так. Вот. Кстати, я зря закачал кислород, потому что если мы будем, а мы будем сюда ставить турель, которая будет прятаться, то нам желательно, конечно, чтобы кислорода не было, иначе он сейчас весь улетит. Потому что вот здесь, по-моему, дырка полностью. Так что я зря кислород включил, можно его выключить, да? Кислород выключим, потому что он, по идее, всасывает себя обратно, да, если я не ошибаюсь. Он себя всасывает часть кислорода. Потому что мы сейчас сюда поставим турельку. И на этом, я думаю, что серию мы закончим. Смотрите, мы берем вот такой. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, видите, у нас открыто. У нас бы все улетело. Так, мы берем. Берем отсюда турелину. Какую поставим, ребят? Металлическая турель. Большое судно. Давайте прям все юзать, все смотреть. Раз. И на позитивной ноте мы как раз с вами закончим, потому что серия уже затянулась за 40 минут. Это уже как бы перебор по лимиту. Лазерная турель, большое судно, шикарно. И ракетная турель, тоже большое судно, тоже шикарно. Какую-то из них можно, кстати, еще мультитулную поставить для разбора. Смотрите, что нам дает ракетная. Ракетная бывает, естественно, та, которая прячется, да? Зенитная, вы мне писали про зенитку, типа, сбивает дроны только в путь. Ставь зенитную. Это у нас зенитка, она выглядит просто вот такой фиготовиной. Пим-пим-пим-пим. Наверное, очень даже круто стреляет. Есть ракетная, то есть она выстреливать будет именно ракетами. Я, по-моему, они самонаводящиеся ракеты. Да. 150 миллиметров с самонаведением. То есть, в принципе, когда она в зону срабатывания, она будет стрелять и нехило так фигачить. Можно, кстати, вон ту переделать на зенитную, а сюда поставить ракетную. Дальше идем. Вот эта ракетница, что у нас? Лазерная турель. Просто пульками лазерами, да, стреляет. Прочность 3450, урон 1500. Здесь тоже та же прочность, да, плазменная, а это лазерная. Так, смотрите, она, в принципе, одинаковая по защите, по прочности, да, 3-4, 3-4, хотя вы мне писали, что у них разница есть в сложном состоянии, чуть вроде как больше прочности, ну ладно. Смотрите, плазменная у нас, что у нас, урон 1050, в принципе, круто так, если шмальнет. Дальность 925. Здесь у нас плазменная. Дальность, где дальность? Ага, 1 километр. То есть она подальше бьет. Подальше бьет. Подальше бьет. А где у нее урон? Урон, урон, урон. А, смотрите. Тут еще разница в электропотреблении, они еще разные. Ну ладно. Короче. Какую ставить? Сколько их всего? Урон 1050. Хорошо. А вот этих штуках. Тык-тык-тык. А, ну они в принципе одинаковые. 5 ватт. А здесь у нас урона нет, но есть вот это вот
эксплозивная сила, типа. 5400. А здесь... Здесь дальность 925. Ну, в принципе, почти тоже километр. Почти километр. Здесь вот километр. Ну, в принципе, они все одинаковые. Особо тут разницы нет. 900 метров, короче, точно поражает цель. Ракетная. То, что она самонаводится, это прикольно. Это зенитная. Вы мне сказали зенитную ставь, и вроде как 4 зенитки там все покрошит. Давайте дальше посмотрим еще девяточку. Это у нас пушечная. Ну, это, в принципе, обычная, да, которую вот мы создавали как на базе у себя. Пулеметная и пушечная, типа того, как вот это вот стоит. Здесь у нас урон 700. Прям прописан. Одной пулькой, я так понимаю. Да? Максимальная дальность вот в этой 785, здесь 875. В принципе, смысла в ней, наверное, нет. Это, наверное, как вот эта штука, да, я так понимаю. Пулеметная турель, да. Поэтому я думаю, что вот эту штуку я тоже уберу. Сейчас мы сначала подключим сюда. А, тут либо ты ставишь ракетницу, либо зенитку, да? Угу, блин, я хотел и то. А, у нас их две, в принципе, и то можно как раз. А вот эту, вот это тоже надо. Ладно, давайте сделаем зенитку по просьбе трудящихся, да? Вы советовали, сказали, что, мол, круто. Вот так, как ее прятать-то? Вот так, наверное, да? Судя по всему. Вот. Чпоньк. Отлично. А вот эта штука мы с вами, наверное... Она обычным гатлингом. Давайте мы, наверное, ракетницу поставим, потому что ракетница... Хотя, если она будет мазать, конечно, она там пулек понафигачит. Лазеры тоже могут мазать, да? Они... Зато лазер, если попадет, то... Мало не покажется. Опять же, смотря почему они будут стрелять. Если они будут стрелять во все движки там и всякие эти, это будет плохо. Но надо, чтобы они стреляли только в турели. Хотя, может быть, в этом тоже есть профит, когда она стреляет. Так, сейчас логическая фигота. Смотрите, мы поставили зенитную турель. Теперь нам надо ее перекинуть в группу. Группа у нас идет турели. Здесь ничего не трогаем. И дальше идем. Если мы это убираем, оно, по идее, должно убраться. Все, работает. Отлично. Турельки работают. Не, прикольно, блин, то, что они сделали, это круто. И мы должны в эту самую упорядочить вот эту зенитку перекинуть вот сюда. В турельки. Чтобы у нас было все чики-пуки. Так, не добавить, а добавить это создать, а добавить в группу. И добавить в группу мы турельки. Турельки, окей, все, она улетела в турельки. И турельки у нас теперь общие. Теперь нам надо отсюда выпилить вот эту штуку, потому что я думаю, что она не очень-то эффективная, все-таки у нас кораблик. Вот, и поставить сюда что-то более мощненькое. Что-то более мощное. Хотя, блин, раздолбает наш корабль. Ладно. Или пока здесь так оставить.
Блин, зенитка, мне кажется, она... Нет, давай, давай уберем. Давайте уберем, потому что мне кажется, что она не такая эффективная особо. Давайте поставим так, это выдвижная. Что у нас? 1400. Урон 1050, пулька. Хотя, в принципе, за пульку там дешевле, наверное. Максимальная дальность. О, какая прям такая. Пиу, 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 пиу. Вот, но мы сюда поставим ракетницу пока что. Или вторую такую же поставить. Нет, давайте разные боеприпасы, потому что, мало ли, одни закончились, другие начались. Давайте просто поставим сюда самонаводящую ракетницу. Она будет, по крайней мере, точно попадать. У нее будет больше шансов не промазать, чем пулька. Ракетница пусть будет здесь. Во! Кстати, я забыл посмотреть, сколько у ракетницы дальность. Покажет она прям так. Нет, она так не показывает. И, естественно, мы то же самое делаем с вот этими штуками. Ракетная турель. Добавляем в группу турели. Вот. И ракетную турель через логику подключаем в турели. То есть турели надо убрать. Чпоньк. Все убирается. Еще было бы прикольно, если бы какой-нибудь здесь сенсор бы стоял, датчик, если он врага на карте видит, выдвигались бы турели. Но это прям совсем, конечно, очень больно жирно хочет страйкс, но это ладно. Так, нам нужно что? Нам нужно перекинуть, наверное, пульки. Потому что у нас... У нас непонятно, что у нас по боеприпасам. Есть ли у нас они в принципе? Так, защитные. Если что, у нас вот три турели на запас. Даже еще вот такие есть попихать. Так, давайте, наверное, мы отсюда. Есть у нас пульки тут? Какие-то ракетницы нету, да? Хотя вот какие-то обоймы. ...150 с наведением. По-моему, вот как раз она и есть, да? Три штучки. Миниган, винтовка. Это наша ракетница, это не то. А патроны для винтовки, по-моему, это для вот этих вот комнатных. Да. Ну вот они, все, все правильно подошло. Три штучки для 150. Зенитная, снаряд БС нужно сделать. И вот эти, то есть... Пока что у нас только для винтовочные работают. В принципе, можно их даже вытащить, чтобы они, если что, отбивали нас, к примеру, мало ли чего. Вот так вот чпуньк, и они такие... Бжжж, и все. Вот, сюда еще можно, смотрите, сколько всяких логик. Это на сигналы работают. А, погоди. Сигналы вручную. А, ну да, это... Короче говоря, можно еще вон сколько ячеек свободных сделать какие-нибудь... штуки выдвигухи. Вот, продолжаем играть, продолжаем развиваться потихонечку. У нас уже чуточку больше всего. Так, могу кислородик. Вот, отлично, прям отсюда подсосал кислород. Сейчас мы еще пожрем что-нибудь прям отсюда через холодильник. Вот, и пойдем дальше разбирать корабли, найдем еще какие-нибудь штуки, дрюки. Естественно, себе на корабль все понапихаем. И я думаю, что у него вайфайная штука-то побольше будет по радиусу. И будем сразу закидывать в контейнеры. Вот, потихонечку тоже здесь разберем. То, что вот, автор продумал, да? Вот, и будем допихивать. Это контейнеры. Сколько у нас вообще, в принципе, здесь? Боеприпасы и эти, да? По идее, вот то, что контейнер, да, он, наверное, один... на объем какой-то. Будем все в него, наверное, скидывать. И
Потом по необходимости будем докидывать куда-то. Наверное, вот эти расширяловки, я так понимаю, это именно на объем. Поэтому он, в принципе, должен, вот эта ленточка, по идее, ролл вот этот дальше прокручиваться, чтобы мы больше пихали, да? Они решили же проблему с, скажем так, местом. Раньше, помните, мы создавали маленький корабль из контейнеров, чтобы вмещался он в один блок. Он и сейчас тоже актуален, потому что он всего занимает один кубик большой. Вот. И можно его, в принципе, тоже создать себе здесь как вариант запихнуть. Куда-нибудь вот сюда заехал такой маленький кубик, и все. И у тебя там много-много тоже контейнеров. Но сейчас даже вот этот маленький контейнер еще можно больше модернизировать, опять же, поставив в него вот эти вот расширения. То есть представьте себе, да, маленький кубик один, а в нем много-много контейнеров с расширениями. Тоже получится нехило так. Все, сохраняемся. В следующей серии мы с вами продолжаем. Продолжаем колупать наши корабли, делать апгрейд этого корабля и играть в эту замечательную игру. Все, приходите на продолжение, всех жду. Пока-пока.